На федеральном участке автодороги М7 в Цивильском районе установили искусственное освещение. Трасса проходит через несколько населенных пунктов, где имеются наземные пешеходные переходы, а это зона повышенной опасности. По мнению сотрудников дорожных служб, такая система электроосвещения позволит снизить количество ДТП. На участке установлено 96 опор освещения нового образца. Для обеспечения высокого уровня освещенности установлены светильники с натриевыми лампами. На участке действуют два режима освещения – вечерний и ночной. Регулировать их будут фотодатчики своевременного включения и отключения.